Дорогие друзья, всем привет! Давно на нашем канале не было полноценных видео, обзор квартиры, все шорты, коротенькие видосы, но нужно подключать и, так сказать, полные обзоры, потому что людям все-таки интересно посмотреть полный обзор. Значит, приехал на данный объект, очень интересный, красивая, огромная территория озелененная, вы видите, даже за мной тоже зелень, везде, куда ни посмотришь, зелень, огромные бассейны, в общем, сейчас всю территорию покажу. Значит, информация по самой квартире. Это 1+1. Открытый район. 139 тысяч долларов. Простите, евро. Все включено. Все, что в квартире есть, все входит. То есть мебель, кухня, столы. Все, что вы увидите. Переворачиваем камеру и немножко прогуляемся по территории. Как вы видите, территория огромная. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот шестой блок, 6 блоков. Вот здесь, как вы видите, поскольку комплекс, грубо говоря, запустился полгода назад, соответственно, озеленение еще не все взошло. Но вы видите, вот здесь вот такая вот история зеленая будет. Здесь будет как арка такая зеленая. Огромный бассейн. Его там с завтрашнего дня уже запускают. То есть он был запущен, просто слили воду на зиму. Это, в принципе, во всех турецких комплексах на зиму сливают. Огромный бассейн, также есть детский бассейн. И вот такие вот две красивые горки. Большие. Выходы есть с разных комплексов. Отсюда, отсюда, с каждого комплекса есть свой выход. Вот так эта история вся смотрится. Сейчас мы с вами еще пройдем по самой территории, чтобы вы понимали, чем здесь заниматься детям. Потому что это немаловажно, когда вы приезжайте на отдых, особенно с детьми. Если это ваша квартира, то хочется, чтобы дети тоже были заняты на территории. Потому что не всегда куда-то вот там на море выезжаете. Вот апельсиновое дерево. То есть здесь деревьев очень много. Лимонных, апельсиновых, оливковые деревья посажены. Сейчас, кстати, апельсины цветут, поэтому запах стоит просто шикарный. Вот такие тоже территории, видите, облагораживают. То есть все в зелени, все красиво. Заходим на территорию игровой зоны. Здесь получается вот такие тренажеры на улице. Но тренажерный зал есть также внутри. Бассейн тоже есть, кстати, внутренний. Обязательно покажу. Здесь игровая зона у вас для детей. За игровой зоной вы видите, там парковка огромная. Подземная. То есть машин только вот при въезде вы можете увидеть. А так машин на территории вообще нет. Соответственно, игровая вот здесь вот в виде шахматной доски. Там беседка. И здесь у нас вот такая вот площадка. Баскетбольное кольцо, футбольные ворота и волейбольная сетка. Очень круто. Очень круто все сделано. Здесь вы видите вот эта черная арка. Это вход у нас получается... Ой, споткнулся. Вход получается у нас на парковку. То есть туда вот спускаетесь и вы попадаете на парковочку. Одно из самых интересных историй это... Конечно же, когда приезжают там родственники или просто семье хочется собраться, это мангальные зоны. Я их сам лично очень обожаю, люблю жареное мясо, барашки и так далее. И этого здесь достатки, потому что здесь две огромные классные мангальные зоны с своими беседками и так далее. То есть там не по записи ничего, просто пришел и всегда место есть. Вот такие тоже истории декоративные, видите, как высаживают красиво. Так. При въезде у вас вот такие фонтанчики всякие. Ну, по территории все вроде понятно вам, да? Как бы вся история видна на лицо. Сколько зелени и как ухаживается за данной территорией. В данном комплексе, получается, в данном блоке у вас вот здесь вот тренажерный зал большой. Здесь беговые дорожки, велотренажеры, штанги и так далее. И здесь вот, где остекление, это крытый бассейн. Крытый бассейн. Сейчас еще функционирует, потому что многие предпочитают в теплой водичке плавать. Это отапливаемый теплый бассейн. Сейчас мы отсюда с вами заскочим, я вам покажу. Ну, чтобы на территорию туда вовнутрь не заходить. Видите, он достаточно большой. Сейчас, правда, никого здесь нет. Лежачки, сам бассейн и вот такое остекление. То есть у вас даже ощущение, что вы не где-то под этим... в помещении, а где-то на улице, потому что вот это остекление надает вот этот свет. Так, и отсюда вот поднимаемся, получается, вот эти ступенечки проходим, и здесь у нас мангал с раковиной. То есть тут же помыли мясо,
порезали овощи, помыли тоже фрукты, приготовили и отнесли вот за такой большой круглый стол, где места хватит вам всем, и друзьям, и родственникам, все-все-все. Но если даже этого мало, поднимаемся еще выше. И вот здесь еще одна мангальная зона, она ближе к бассейну получается. Вот так мы вместе с вами сейчас пройдем. То есть здесь мясо жарите, здесь проходите, идете, купаетесь. Вот таким способом. Здесь небольшое такое тоже интересное местечко. Раковина стоит. Ну, здесь можно напитки какие-то там. То есть, в общем, здесь полностью готовый комплекс к проживанию. А здесь получается детский бассейн, а здесь у нас зона джакузи. Вот такая. То есть здесь можно будет поблюхаться в водичке. Вот. Данная инвестиция у нас подходит как под сдачу в аренду, потому что до моря здесь недалеко. Также подходит и под постоянное место проживания. Потому что если посмотреть на балконы, то многие балконы заселены. Видно отсюда. Вот. Данная квартира, которая здесь продается, она у нас на первом этаже. 139 тысяч долларов. Заезжай и живи. Там очень прикольный балкон. Он полностью застеклен. У него такое интересное место расположения. У него такое интересное. То есть вы, грубо говоря, можете не ходить через главный вход, а через свой балкон. Выходить на улицу, приходить. То есть дети, когда вы там готовите что-то, дети могут спокойно бегать на басик не через главный вход. Сейчас я вам все покажу. Так, ну то, что вот как раз таки я говорил про данный балкон, через который очень удобно заходить. Сейчас покажу вам. Значит, вот здесь балкон, он, видите, застеклен. И еще получается от ультрафиолета. И также у него защитная пленка от солнца. Заходим. И здесь у вас такое как бы отдельное помещение. Можно его использовать даже под, не знаю, как отдельную комнату сделать. Ну, у вас здесь вот такие лежаки. Это все открывается, если нужно. Столик. Здесь можно кофеек пить. В общем, очень прикольная история. Здесь мы попадаем, получается, в кухонную зону. Кухонная зона у нас вместе с зоной отдыха. Здесь у нас кухонный стол, мягкая мебель, телевизор, кондиционер, шкаф, стиральная машинка. Ну и, конечно же, вся кухонная история. Угу. И передвигаемся у нас, получается, с правой стороны. Здесь при входе у нас санузел, душевая, раковина. И поскольку это у нас one bedroom, то есть 1 плюс 1, то получается у нас здесь спальная комната со своим большим окном, дабы наблюдать, как апельсиновое дерево у вас цветет и дает плоды. И, соответственно, шкафы, кондиционер. Ну, можно установить еще телевизор для полного релакса. То есть квартирка такая уютная, хорошая и, как я уже сказал, подходит под много вариантов. Либо для жизни под себя, либо под сдачу в аренду. Поэтому, друзья, если остались вопросы, задавайте, пишите, а мы с вами свяжемся и ответим на все ваши вопросы. Всем пока, с вами был Серега Пынзарь. Ссылочки оставлю в описании на наши соцсети и, конечно же, на наш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, там у нас самые новые и самые горячие, и самые интересные предложения по недвижимости в Турции.